вітання. Обласний державний телеканал розпочинає новий цикл програм про найвірніших, найвідданіших і найчесніших друзів людини. Але якщо хтось думає, що мова йтиме про дружин, то й помиляється. Насправді мова йтиме про собак. Це програма «Чотири лапи» і я її ведучий Борис Майоров. Сьогодні у програмі «Втілення мрії» Хоран фон Графрат. Справжній арієць, сильний, витривалий, відданий. Історія однієї породи. «Дай Джим на щастя лапу мені». Ваш чотирилапий вихованець, звісно, не говорить, але все розуміє, слухається і виконує. Основи дресури від спеціалістів. Знати обов'язково. Всього одне маленьке щеплення захистить вас і вашу собаку від багатьох величезних проблем. Поради ветеринара. Щоб такого погризти? Собачі сніданки, обіди і вечері. Джерело енергії, здоров'я і радості. Спеціалісти рекомендують. Отже, розпочинаємо. І, по-перше, пропоную познайомитись. Я вже вам представився, а ось наш герой чекає свого часу. І я певен, що він його дочекається. Отже, в історичній рубриці у нас сьогодні знайомство з німецькою вівчаркою. І вся увага на екран. Отже, сьогодні знайомимось з походженням однієї з найрозумніших і найвідданіших своєму хазяїну порід собак – німецької вівчарки. Найдивніші предки німецької вівчарки – це великі, сильні і вражаючі витривалі пси, що охороняли стада домашніх тварин і майно хазяїна. Саме такі собаки згадуються у літописах 7 століття. Селяни цінували їх за розум і витривалість і, як наслідок, нещадно експлуатували. Приганяючи стада овець, ці собаки у день накручували до 200 кілометрів. Для порівняння, вовк – жахливий хижак, якого, як відомо, кормлять ноги, може пробігти за добу близько 80 кілометрів. Крім того, давні предки німецької вівчарки відмінно тримали оборону від сірих хижаків і навіть у бою з диким кабаном один на один могли його порвати. Поважали їх і мисливці, особливо за незвичайне чуття на бурсука або того ж кабана. Першим заводчиком німецької вівчарки став полковник кавалерії Макс фон Штефаніц, який вивів стандарт породи і написав монографію. Розпочалося усе навесні 1899 року. На одній з виставок собак фон Штефаніц купує пса на прізвисько Хоран фон Графрат. На його думку, це був ідеал службової собаки, який ніби чекав дотику руки заводчика. Пізніше у своїй книзі «Німецька вівчарка» фон Штефаніц написав: «На той період Хоран фон Графрат служив для нас втіленням мрії. Він був пропорційно складений, мав міцний, сильний кістяк, прекрасні лінії тіла, благородну осанку і чудову форму голови. Це був собака з досконалими рухами і безстрашним характером». Для в'язок Хоранду підбирали однотипних з ним самиць, і через 4 роки на світ з'явився прямий предок нинішньої німецької вівчарки. А уже за 20 років, до слова, дуже короткий термін за мірками кінології, порода в основному була сформована. Відомо, що до 1923 року у рядах товариства німецької вівчарки налічувалось 27 тисяч членів. Пам'ятаю, давно у дитинстві, приїжджаючи у село до бабусі, я любив взяти нашого охоронця-дружка і вивезти його за двір, показавши всім місцевим дітлахам своє вміння дресирувальника. Тим більше, що команду «Дай лапу» наш дружок знав і виконував навідмінно. А про те, які ще команди повинна знати ваша собака у нашій наступній рубриці. Сьогодні ми розкажемо вам, з чого починається дресировка собак. Первая, одна из первых команд, которые отрабатываются, это хождение рядом. Для этого используется мягкий ошейник или же строгий ошейник, он называется еще парфос. Для того, чтобы отработать собаку эту команду, в первую очередь иметь надо ошейник и поводок. Поводок должен быть для отработки этой команды короткий, то есть он считается до 1,5 метра, это короткий поводок. Собака должна ходить в обязательном порядке с левой стороны, и при остановке хозяина в любом случае она должна садиться у левой ноги. Эти элементы продемонстрируют лабрадор Ясон и немецкая овчарка Юнона. Итак,
Как вы видите, идут две собаки, они идут с левой стороны. Команда стандартная идет, команда рядом. Вот при остановке, остановитесь, рядом собаки должны сесть. Поблагодарили их, похвалили, шагом марш, пошли. Команда рядом. Обратите внимание, собака должна идти только у левой ноги. Кругом повернитесь. Рядом повернулись, собаки идут. И это упражнение достигается, это повседневному нужно заниматься собакой, хождением с левой стороны обязательно. И при всех изменениях направления движения собака должна следовать за хозяином, при остановках она должна садиться. Шагомар, пошли. Кругом. При этом еще нужно учесть, что при этом упражнении, при выработке, нужно как можно чаще менять темп движения, направление движения и остановки, чтобы собака была постоянно направлена и следила за хозяином. Остановились! Вот видите, собаки сразу, когда не получается, левой рукой собаку придавливают за спину, чтобы она села. Пам'ятаєте відому фразу про те, що собака буває кусачий тільки від житті собачій. Якщо спробувати розібратись, в чому ж причини собачого, вибачте, життя, то перше, що приходить в голову, це те, що у собаки проблеми зі здоров'ям. Погодьтесь. Адже якщо у вас крутить суглоби, болить зуб або по вас повзають кусючі комахи, то ви як мінімум загавкаєте, що вже говорити про братів наших менших. Ну, а як уникнути проблем зі здоров'я ваших підопічних, дивіться у нашій наступній рубриці. В сьогоднішній програмі ми поговоримо о вакцинації животних, а в частності собачок, проти інфекційних заболівань. Вот. Ну, предварительно перед каждой вакцинацией, а вообще слово звучит очень жестоко, вакцинация, и каждый у нас и боится такой процедуры, нечего здесь бояться, стоит предварительно сделать маленькие процедуры. После того, как вы приобрели своего щеночка, обязательную роль играет предварительно провести маленькие профилактические мероприятия. Это сделать дерматизацию, то есть обработку против внутренних паразитов. Ее делается предварительно за 10-14 дней до планируемой вакцинации. Вот. Делаем мы препаратами или суспензии, или же таблетки против глистов. Приобретать желательно, конечно, такие препараты в специализированных учреждениях. Это ветеринарная аптека, или же зоомагазин, вот, или же ветеринарная клиника. Препараты даются, в зависимости от того, какой производитель, обязательно строго наставлению по применению препарата. Препараты зачастую даются натощак, за полчаса до основного кормления, строго по весу животного. Вот. И при необходимости повторяется через 14 дней, если же у животного обнаружены глисты. Вот. Иногда бывает исключение, когда можно делать гельминизацию, упустить. Это когда предварительно сделали соответствующие анализы кала на гельминт. Если же он отрицательный, можно этот момент упустить. Но всем щеночкам эта процедура делается обязательно. После того, как сделали гельминизацию, желательно совместно сделать обработку против накожных паразитов. Это блохи, это перопухоеды, иногда бывают такие. Вот. И иногда желательно сделать еще обработку против эксодовых клещей. Зачастую препараты, которые используются против блох и клещей, они универсальные, то есть одной обработки достаточно. Сейчас есть инъекционные препараты, которые сразу в себе включают накожную обработку, капельки капаются по холке, и достаточно покапать животное вот, предварительно по холке. И одним обработкой убивает сразу и внутренних паразитов, то есть глисты, и убивается сразу накожных паразитов и блохи, и, соответственно, клещи. Или профилактируется на целый месяц. То есть можно сделать даже так. Вот. После проведенной профилактической обработки, спустя 10-14 дней необходимо сделать вакцинацию. Первая вакцинация щенкам делается ранее в питомниках, там, где содержатся массовые животные, 6-недельного возраста. Но если же щенка взяли впервые, ну, как в вашем случае, то вакцинация делается с 8-недельного возраста или с 2 месяцев. Вакцинация, процедура довольно-таки несложная, то есть делается маленькая инъекция, клинически обязательно здоровому животному. То есть животное на момент приема должно быть здорово. Вот. Если же подозрения есть какие-то, врач принимает решение, но перенести вакцинацию на чуть-чуть позже срок, после тех, как устранит какие-то серьезные проблемы. Значит, вакцинация, сложности нет. Это введение в организм антител, которые в результате при контакте дальнейшего с болезнью уже формируется соответствующий иммунитет.
Ну що ж, ми добре попрацювали, а тепер час перекусити. А особливо це буде необхідно вашому чотирилапому вихованцю. Але той, хто думає, що годувати собаку означає лише сип побільше всього відразу, той помиляється. І саме про це ми поговоримо з зоотехніком Сумського обласного центру собаківництва Веклич Людмилою. Вопреки общераспространенному мнению, кормить собак костями нельзя. Желудок собаки не мусоропровод, поэтому сбрасывать туда все продукты, которые вам не годятся, нельзя. Для этого нужно специальное питание. По кинологической науке, будем говорить так, практике, кормление собак подразделяется на натуральными продуктами кормления, кормление готовыми фирменными продуктами и смешанное питание. Сегодня мы поговорим о готовых продуктах, которые предоставляются различными фирмами. Практически во всем мире производятся продукты, в том числе сейчас уже и в Украине, готовые продукты для питания собак. Сами продукты эти также имеют подразделение следующим образом. Влажные продукты – это консервы, сухие корма, полусухие корма. Сухие корма имеют следующее подразделение на корма премиум-класса, супер-премиум-класса и так называемые экономные корма, бакалейные. То есть для менее обеспеченных граждан, будем говорить так. Бакалейные корма отличаются в первую очередь чем? Там является консервантом, как правило, красители, и белок там тоже будет не очень качественный, растительный. Вот. Но, тем не менее, по цене они вполне доступны всем. То, что касается набора витаминов и микроэлементов, корма практически все обеспечивают тем, что нужно. То есть в любом случае готовый корм – это специально подобранный и сбалансированный. То есть там учитываются все потребности животного. В зависимости от его физиологического состояния, возраста и так далее. Корма премиум-класса, они немножко, соответственно, качественнее. Вот, и другие продукты, соответственно, немножко поднимается цена. Здесь немножко уже идет подразделение для щенков, для взрослых собак, для крупных собак. То есть уже более можно подобрать непосредственно к вашей собаке. Вот. Ну а, как всегда у нас принято, чем качественнее, тем дороже. Естественно, корма супер-премиум класса, они самые дорогие. Но здесь уже подразделение идет вплоть до того, что по породам и по типам шерсти, и по всем остальным параметрам специально подобранный корм. Вот. И, соответственно, вы можете подобрать что угодно. Ну, если взять самую распространенную породу, немецкая овчарка, есть у нее отдельные моменты, которые учитывают, слабость. Если брать слабости породы. В частности, у них чувствительное пищеварение и чувствительный кожный покров. Вот, то есть у них бывают моменты дерматиты, авитаминозы и так далее, плюс пищеварительный тракт тоже чувствителен. Поэтому тот корм, который подбирается специально для немецкой овчарки, он эти моменты учитывает. Хотелось бы, конечно, чтобы собака ела натуральные продукты, но если взять ту потребительскую, скажем так, корзину, которая нужна собаке, и поскладывать туда все, что ей нужно, согласно ее требованиям, вот. Учитывая то, что собака родилась хищником и является на данный момент хищником, и ее желудочно-кишечный тракт приспособлен в первую очередь к перевариванию животной пищи, вот, то, соответственно, кашками ее нормально не накормишь. Вот. Хотя большинство, конечно, у нас старается кашей там немножко чего-то добавлять. Это рацион совершенно не сбалансированный. Поэтому возникают проблемы с кожей, возникают с пищеварением проблемы, где-то там рахиты какие-то появляются в процессе роста. Поэтому в этом плане просто невозможно сравнивать это питание с готовыми кормами, которыми десятилетиями, скажем даже так, люди работают, у них исследовательские центры, они специально содержат животных, на которых все это проверяется и отрабатывается, и внедряется все новые необходимые, скажем так, условия. І на сьогодні все. Мені залишається додати, що якщо у вас вдома живе чотирилапий друг і ви бажаєте про нього розповісти або підняти питання, пов'язані з його вихованням чи життям, телефонуйте за тим номером, що саме зараз з'явиться на вашому екрані. Це була програма «Чотири лапи» і її ведучий Борис Майоров. І наостанок наша весела і остання рубрика «Чотири лапі» на великому екрані. В сьогоднішній рубриці «Чотирилапі на великому екрані» мова піде про фільм «Бетховен».
це лірична сентиментальна комедія, головний герой якої не всесвітньо відомий композитор, а випадково названий його ім'ям Симпатяга Сенбернар. Про перипетії сюжету і пригоди песика розповідати не будемо. Тим більше, що майже всі фільм, напевно, бачили. Лише зауважимо, що головний герой зі своєю роллю впорався просто відмінно. І давайте просто ще раз у цьому переконаємось. Ти. Не сметь. А ну вернись, гад. Держи его. Держи. Держи его. Держи. Держи. Ко мне. Хватай его. Осторожно, придерживай. Ну, скотина, только попадись.